Canotti, Triple G Golovkin. Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO, мексиканец Хильберто Зурдо Рамирес стал боксером года, по версии Univision Reports Awards. Об этом сообщает BoxingScene.com. Сеть Univision уже 3 года подряд награждает боксеров со всего мира, и впервые награду получил мексиканец. Помимо Рамиреса на это звание претендовали его соотечественники Сауль Канело Альварес и Оскар Вальдес. Отметим, что в этом году Рамирес провел лишь один бой против Артура Абрахама, которого он победил в апреле по очкам единогласным судейским решением. Тем самым Рамирес завоевал пояс WBO во втором среднем весе и стал первым чемпионом мира из Мексики в этой весовой категории. С тех пор Рамирес не выходил на ринг, так как получил травму. Его возвращение планируется на февраль следующего года. Ранее Рамирес также неоднократно бросал вызов казахстанцу Геннадию Головкину. При этом он называл себя истинным мексиканцем.